Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Кызыле прошли публичные слушания по проекту пятилетней муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». На собрании городские власти познакомили участников с основными положениями программы, условиями участия дворов в благоустройстве, рассказали о заявках, поступивших по итогам собрания от многоквартирных домов. Привлечение внебюджетных денег, возможно, участие предпринимательского сообщества. То есть самые разные варианты. То есть не, чтобы это получился проект, который будет реализован из самых разных источников, и он, соответственно, будет ценен самыми разными категориями населения. Да? То есть хороший проект, который мы должны продолжить точно так же, как в этом году. Также на слушаниях были озвучены предложения благоустройства на следующий год. Студенты медколледжа за футбольное поле, Тувинский госуниверситет за обустройство стадиона, 5-я гимназия Кызыла за сквер, столичная мэрия за благоустройство зеленой зоны ПК Ленина между улицами Чульдума и Межмикрорайонной, а также установку автобусных остановок. Горная, 13, достаточно большой двор, который с фасадной стороны, где подъезды, там как бы двора нет, он все находится с обратной стороны. Малых архитектурных форм достаточно у них, много, мы еще их там дополняли. И по минимальному перечню могут претендовать, тем более, что согласие на 2% также от них не предоставлено. В свою очередь администрация 12-й школы Кызыла выступила за новый сквер воинам-интернационалистам возле образовательного учреждения. По словам директора школы, на проект потребуется около 10 миллионов рублей. Но моральная составляющая в плане патриотического воспитания подрастающего поколения и обновленной зоны школы будет бесценна. Предполагаем, что это будет местом досуга и отдыха для жителей ближнего микрорайона, потому что в ближнем микрорайоне, к сожалению, такого благоустроенного, безопасного места нет. Вокруг школы предполагается, что будет велодорожка, а также место для катания на роликах детей. Там будет зеленая зона и также автопарковка для родителей нашей школы и также педагогов, для того, чтобы эта автопарковка была организована и безопасная. По итогам слушаний общественная комиссия города определит перечень работ по благоустройству на следующий год. 1 декабря инспекторы центра ГИМС Тувы проверили ледовые переправы Бельбейская и Усть-Буренская через реку Малый Енисей в Кахемском районе. По результатам проверок недостатков обнаружено не было, в связи с чем были составлены акты технического освидетельствования на открытие двух ледовых переправ. Инспекция показала, что толщина ледового полотна Бельбейской переправы составляет от 60 до 70 сантиметров, которая позволяет переезжать автотранспорту грузоподъемности до 10 тонн. Разрешенная нагрузка Усть-Буренской ледовой переправы составляет 5 тонн. Всего на территории Тувы на зимний период запланировано открытие 5 ледовых переправ – Карахакская в Кызылском районе, Элихемская в Лухемском районе и Тоджинская ледовая переправа через Большой Енисей в Тоджинском районе. В минувшую пятницу в парламенте Тувы прошло итоговое пленарное заседание членов общественной палаты второго состава. В своем отчетном выступлении Ханукул Мангуш отметил, что общественники второго состава принимали активное участие во многих инициативах и социальных проектах. За это время были проведены такие мероприятия, как форум отцов, работа с неблагополучными семьями и контроль за ходом реализации губернаторских проектов. Одним из уважаемых палаты, субъекта общественной палаты Российской Федерации. Буквально вот 3 числа президент проводил сообщество активных граждан. Потом далее проводилось совещание с руководителем общественных палат. Там было очень много взаимных упреков, значит, исполнительным, представительным органам власти. Тогда я поднял руку, я выступил и сказал, что у нас вот таких вещей нет. Председатель общественно-наблюдательной комиссии Марина Суханова в своем докладе рассказала о защите прав не только заключенных, но и их семей. Также она затронула вопросы о социальной проблеме людей, пребывающих в местах заключения. За 7 лет моей работы ни одной жалобы на условия содержания не поступило. Мы проверяем, тепло ли в камерах, нормальные ли у них постельные принадлежности, какое питание. То есть мы это все проходим, смотрим, щупаем, пробуем.
том числе беседуем с осужденными. Кроме того, на заседании были озвучены итоги конкурса президентских грантов России за текущий год. Как рассказала Эльвира Лифанова, в 2017 году в число победителей вошло 5 общественных организаций из Тувы. Это религиозная организация Кызылская епархия Русской православной церкви, Общество защиты животных Атика, Тувинские региональные отделения Студенческие отряды России и Союз пенсионеров Тувы, а также общественная организация Союз журналистов Тувы. Проект называется «Мобильная школа толерантности без языковых и этнических барьеров на основе полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы». Мы создали такую библиотеку, 950 экземпляров из своего личного архива передала Надежда Мухарбековна Антуфьева, там есть удивительные экземпляры, в том числе слово «Арата» на эстонском языке, и в республику было передано всего 2 таких экземпляра, вот один находится в нашей библиотеке. Вы можете прийти, будем печати, 4-й этаж, 20-й кабинет, в любое время, в рабочее она открыта и доступна для всех, не только для журналистов. В завершении заседания глава Тувы Шалбан Караул также поблагодарил членов палаты за плодотворную работу. Он отметил особую роль палаты в поддержании стабильности в обществе. Отметим, что формирование общественной палаты третьего состава перешло к заключительному этапу. На этой неделе 16 членов палаты на конкурсной основе изберут остальных 8. Первое организационное заседание третьего состава намечено на вторую декаду декабря. Проект бюджета города Кызыла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов вместе с прогнозом социально-экономического развития города на 2018 год проходит обсуждение в комитетах Урала представителей города Кызыла. Сегодня проект рассмотрен на объединенном заседании комитетов городского Урала под председательством главы города Дины Аюн. Документ составлен в соответствии с бюджетным кодексом России и положением о бюджетном процессе. Особенностью представленного документа являются новые муниципальные программы, которые были разработаны в соответствии со стратегией социально-экономического развития города до 2025 года. Бюджет готовится к рассмотрению в первом чтении, а это значит, будут утверждены его основные параметры. И в первую очередь основное внимание будет уделено доходной базе городской казны. Основные параметры бюджета столицы на следующий год спланированы в следующих объемах. Доходы более 2 миллиардов 600 тысяч рублей, расходы более 2 миллиардов 700 тысяч рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 52 копейки, евро 69 рублей 75 копеек. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так встраиваемый духовой шкаф «Горение» всего за 2041 рубль в месяц. РБТ.ру. Е капиталын пажын садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сез 800 700 чеден 510 ичеден и. Акция в мире обоев. Новый год с новым интерьером. При покупке от 3000 рублей до 31 января вас ждет новогодний подарок. Мир обоев. Энергетиков 3. Первого декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом в Доме народного творчества прошли мероприятия, направленные на информирование о вирусе иммунодефицита для населения, в частности для молодого поколения. По данным Республиканского СПИД-центра, в текущем году в Туве выявлено 19 новых случаев заражения этой болезнью. Если взять статистику, у нас в республике заболеваемость растет, конечно. По сравнению с другими годами у нас каждым годом количество заболевших увеличивается. Сегодня 173 выявлено. На учете врачей состоят 118 больных. То есть идет рост заболеваемости. Если взять в целом по России, то же самое, хуже картина, конечно. Особенно вот Сибирский федеральный округ, такие наши соседи, как Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Свердловск, вот эти огромные, большие экономически развитые города, эта заболеваемость растет большими темпами. На втором этаже Дома народного творчества для всех желающих была организована экспресс-лаборатория. Кроме того, у входа в зал волонтеры-медики раздавали буклеты с информацией о болезни и средствах контрацепции. Также у нас прошла всероссийская неделя тестирования на ВИЧ, в рамках которой работники спеццентра выезжали в трудовые коллективы, а также в общественные места скопления населения
и предлагали сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Результат был известен через 5 минут. Открывал мероприятие главный врач Республиканского центра СПИД. Он рассказал о возможных путях заражения болезни. Также в рамках мероприятия были награждены журналисты, которые посвятили материалы этой неизлечимой болезни. Завершился вечер концертом. Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, Тувы 1 декабря в республику поступила первая партия школьных автобусов. Всего в 2017 году школу Тувы получит 22 новых автобуса по федеральной программе. Напомним, соответствующее распоряжение подписал 23 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев. Школьные автобусы приобретены напрямую у крупнейших автопроизводителей России. На прошлой неделе артисты ансамбля песни и танцев «Саяны» вернулись из Москвы с наградами. Мужской квартет с бронзовой медалью и женское трио со званием дипломантов второго всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. Согласно положению конкурса, коллективы должны были представить по 2 номера на каждый тур. Ансамбль «Саяны» принял участие в номинации «Народно-сценический танец» и представил на суд жюри 6 номеров – 3 мужских танца и 3 женских. Конкурсные выступления проходили в Московском детском музыкальном театре имени Натальи Сац. Первый день был посвящен репетициям, второй и третий дни – конкурсным выступлениям. В четвертый день состоялся красочный гала-концерт, собравший лучшие номера участников. Честь выступать на гала-концерте была предоставлена и нашему именитому коллективу. За почти 50-летнюю историю существования ансамбля «Саяны» коллективом проделана огромная работа. Подготовлено множество программ, которые до сих пор пользуются успехом. В следующем, 2018 году, ансамбль откроет свой юбилейный 50-й концертный сезон. К этому знаменательному событию артисты уже начали подготовку. Спальня – одна из важнейших комнат в доме. В ней спят и просто отдыхают от забот. А где же приобрести спальный гарнитур? Вопрос не заставит себя ждать. Ответ тому – мебельный магазин «Эртенелик» по адресу Калинина, 17. Хороший сон – это залог здоровья. Люди проводят во сне почти половину своей жизни. И поэтому выбор кровати и матраса должен быть тщательно обдуман. Кровать должна быть устойчивой и выполненной из экологически чистых материалов. Рекомендуется подбирать для спальни готовый спальный гарнитур. В этом случае вся ваша комната будет выдержана в едином стиле. До 7 декабря в магазине «Эртенелик» скидка 20% на весь ассортимент. Приходите и сделайте себе подарок на Новый год. Телекомпания «Новый век» рекомендует мебельный магазин «Эртенелик» по адресу Калинина, 17, напротив глазной больницы. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Пришла зима, а это значит, пора позаботиться о тепле и комфорте на долгие месяцы. Во все времена и по сей день лучшей защитой от холодов и непогоды, а также роскошным украшением, символом статуса и хорошего вкуса является шуба из натурального меха. Компания «Белка» рада предложить тувинским модницам и модникам новую коллекцию изделий российского производства. Шубы из мутона, бобра, каракуля, французского селекционного кролика, а также обновленные изделия из норки, овчины и лисицы. Точное отражение тренда. Компания «Белка» радует своих покупателей высочайшим качеством изделий из меха и кожи, приятными и понятными ценами, а также возможностью приобрести любую понравившуюся модель в честную рассрочку на срок 6, 12 и 24 месяца, без первоначального взноса и переплаты. На выставке меховой компании «Белка» представлено более 1000 классических и современных моделей женских шуб, а также мужские куртки из натуральной кожи, дубленки, головные уборы и восхитительные варежки тонкой работы. Компания предусмотрела полный модельный и размерный ряд от 40 до 62 на любую фигуру. Все меховые изделия имеют сертификаты и чипы. Выставка-продажа будет проходить с 29 ноября по 10 декабря в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Город Кызыл по адресу улица Интернациональная, дом 3, с 10 до 19 часов. Thank you.
каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность без осадков, ночью -23, -25 градусов, днем -15, -17. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ирадане погода облачная, местами небольшой снег. Температура воздуха утром -20 градусов, днем -12. На Полке пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром -10 градусов, днем -9. В Танзыбе пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром -20 градусов, днем -15. По всей трассе проезд удовлетворительный.